Будешь кушать? Давай с ложечки пока попробуем, потом я тебе в чашку насыплю. Давай. Давай. Молодец. Здравствуйте, друзья. Привет, привет. Иночка, а давай-ка я в чашку, да, и попробую, пусть она привстанет. Ей очень нравится этот паштетик. Она еще жалеет себя, видишь? Давай, давай. Ты представляешь, Инечка? Да, ну она жалеет себя. Может, что-то болит еще у нее. Ну, видишь, я ее вот на улицу, когда выношу в туалет, она пройдется в туалет, сходит, значит, и ляжет опять где-нибудь. Буквально чуть пройдется, но уже хорошо, что она проходится хотя бы чуть. Вот водичка твоя. Ой, боже мой. Давай, поешь. Поешь чуть. Молодец. Нужно время, чтобы, видишь, у нее, может, сейчас перестали обезболивающие колоть. Вот он сказал, пока не колоть обезболивающие, пусть она как бы начнет как бы потихонечку приходить в себя. Ну, мы ей делаем другие уколы. Сейчас вот посмотрим, как она будет. Вот с утра она уже приняла свой укольчик, да? Все. Не страшно. Она еще сейчас злая на меня, что я укол сделала. Она обиделась на Слана, что он ее укольчик сделал. Давай, поешь. Аслан, пойдем посмотрим, как наш дедушка. Пойдем. Ждет. Ну давай, не буду тебя чискать, давай. Ешь, малыш, малыш, беззубик мой, кушай. Ну, какой у нас шевелюра, да? Молодец. Хороший мальчик, давай ешь. Дедушка, давай кушай, дедуля. Не надо ругаться, Ива, Ивуся. Молодец. Ива. Давай, кушай. Котят я уже покормил, Инечка. Да хорошо, Слан. Молодец, хорошо кушаешь. Аппетит хороший у него. Ну все. Все, сейчас опять поедем, капельницу поставим, не переживай. Ой, бедное дитё. Сейчас сделать опять противорвотное, и все будет нормально. Да, тошнит, мою девочку тошнит. На солнце, вот так солнышко тоже помогает от болезни. Тошнит, ничего. Ой, ребят, вы даже не представляете, как на это все больно смотреть. Бедное дитё мучается, но ничего. Делаем все возможное, сейчас опять поедем. Будем уколы делать, капельницу. Стараемся, ребят, чтобы вытащить девочку. Отдыхай от агрессии на солнышке, но что солнце тоже помогает от болезни. Ну все. Бедная. Тошнит, да. Потерпи, еще рано, еще закрыто. Все. Кто тут такие, а? Это кто тут такие? Малыши. Малыши, в клинике их от блошек обработали, они теперь деловые. Все мальчики оказались, все до одного. Будем искать добрые ручки. Подрастаете, сами кушают. Мама после операции отдыхает от них. Мамочка, отдыхай после операции. Вот она. Доктор сказал ее отделить. Она дикая, кусается. Ой ты. Мама сейчас после операции отдыхает, мамка. Ой, уже почти ручные вы стали. Как маму отделили, так они сразу ручными стали. Надо же. Вот так. Это у тебя что, мышка? А где тебе такая мышка была? Где тебе была? Ой, ты такой хорошенький.
Мартуська здесь, все здесь. Пиратик здесь, пират, который был найден на кладбище, он здесь. Всем привет передает Джесси. Джесси. Ладушка, Ладушка. Ладушка, пират и Ладушка, все атаковали. От Пашеньки всем привет, друзья. Павлик держится. Да, Павлик? Молодец, мой мальчик, молодец. Паша. Паша хороший мальчик, хороший. Так радуется он нам, когда мы заходим. Да, да. Здесь у него дверь открыта, хорошо. Да? Да? Ой, как внимательно он слушает меня. Как внимательно. Новый хвостик уже у него растет. Взамен старого. Отрастают новые перья. Как он внимательно слушает. Да, говорит, отрастают. Отрастают. Ты и так красивый, ничего не скажешь. Да, ты и так красивый, Павлик.